вплотную хочу напомнить, что в своей первой дуэли, в первом этапе суперфинала, ребята победили. И, по-моему, на достигнутом они отнюдь не собираются останавливаться. Молодцы. Получился новый красивый элемент. Знаешь, по динамике было все очень хорошо. Мне как схватили все вначале, так и донесли. Чуть-чуть, может быть, нам немножко ход не хватило. Чуть-чуть. Но передала все хорошо. Спасибо тебе большое. Молодец. Молодец. За это не волновался. Нет, за... не за передачу. Екатерина Стриженова, Алексей Тихонов, оценки за технику. 5-9, 5-9, 5-8, 5-9, 5-9. Средний балл 5,88 балла. Жалко, ребят. Оценки за артистизм. 5-9, 5-9, 5-9, 5-9, 5-9. Средний балл 5,9 балла. Общий балл 11,78 балла. Очень жаль, что да, им поставили. Ну, как бы мы выиграли, здорово, да? И в этой дуэли побеждает пара Маргарита Дробязко и Дмитрий Миллер и получают 2 очка. На самом деле, мне очень сильно понравился этот танец. Я прям проникся атмосферой. Я представил, как Леша с Катей идут по Беловежской пуще. Коньки увязают в весенней земле. Повсюду запах распускающейся природы. И тут встречают судей с такими оценками. Антон, да. Объясни, что тебе понравилось в этом номере? Ну, судя по оценкам, тебе понравилось номер очень много. Получился достойный. Я объясню свои оценки. На мой взгляд, первая половина номера вообще была достаточно размыта. Потом я не увидел совершенно взаимоотношения Алексея и Екатерины внутри номера, то, что мы обычно видим. И на мой взгляд, этот номер однозначно не лучший из тех номеров, которые они катали. А по большому счету, мне показалось, что это выглядело больше как не номер, а среднескатанная программа, а не яркий запоминающийся номер. Именно поэтому я не поставил высших баллов 6-0. Спасибо, Антон. Таня Татьмянина, а ты тоже не увидела номер, ты увидела программу? Да, Марат, к сожалению, сегодня я не то что не увидела номера, а могу сказать, что были какие-то сложные элементы, переходы, но, к сожалению, не было все вот вместе скатанного какого-то цельного номера. Все было разбито на маленькие кусочки, но вот мы не увидели мини-спектакли, мини-истории. К сожалению, я думаю, что ребята подработают какие-то мелкие погрешности, и следующий номер у них удастся, и будет все хорошо. И оценки будут тоже достойными. Спасибо большое, Таня. Татьяна Анатольевна, вы единственная, кто поставил 5-8 за технику. Я понимаю, мне не место в рядах. Я что хочу сказать? Я хочу сказать сначала о хорошем. Прекрасные костюмы, прекрасная музыка Александры Николаевны Пахмутовой, которая здесь у нас была на проекте вместе с Добронравовым, да? Прекрасная. Но мне кажется, что первая половина номера был разбег-элемент. И ничто не связывало партнеров. Вторую десятку, которую я сняла за финал. После музыки уже не хочется перестегиваться к финалу, понимаете? Все должно быть в музыку. Я видела, что это было в торопях сделано, и меня всегда это заставляет снижать оценку. Всегда заставляло, заставляет и будет заставлять. Потому что если бы они сели, устроились в музыку, и взгляд их, так сказать, попал бы куда-то в эту Беловежскую пущу, то я думаю, что оценки у них были бы другие. Вот и все. И поэтому 5-8, 5-9. Спасибо большое, Татьяна Анатольевна. Ребята, номер такой удивительный. Столько теплого весеннего солнца, горьковатого аромата распускающихся почек. Но что с вами произошло? Скажите, может быть, вы в прошлом выпуске нашем убили наповал, сразили Костю Дзю и немножко расслабились? Нет, мы не расслабились.
Я даже не знаю, почему так получилось. Потому что это соревнование, потому что это фигурное катание, потому что это правда тяжело и сложно. И в нашей новой системе, когда мы соревнуемся друг против друга, у нас дуэль, нам попались очень сильные, достойные соперники, с которыми просто честь соревноваться. Но вот где-то волнение сказалось, и были допущены вот помарки какие-то. Хотя он планировался, этот номер, вот как такой сентиментальный, легкий, детский. И, ну, мы старались. Но где-то допустили ошибочки. Но самое обидное, что мы как-то ни разу с тобой так низко не падали, чтобы за артистичность у нас такие низкие. Так что мы будем работать. Я хочу сказать, Катя, насколько ты красива, настолько, видимо, сильна твоя интуиция. Помню то, что буквально несколько минут назад, стоя на жеребьевке, ты сказала, что противники действительно достойные и ни разу не были в номинации. Как ты была права? Я смотрю, что даже пришедший твой супруг с дочкой твоей... Я поняла. Александра, когда ты приходишь, я получаю низкие оценки. Будете смотреть по телевизору. Thank you.